Приветствую всех, друзья. Ну, я тут пока развлекался, пока видео у меня дозаписывалось. Две машинки подбрил, немножко опыта заработал. Нарвался на еще одну мину, вон там вот, кстати, лежала мина. Не ездить туда, я не заметил ее. Ладно, бывает такое. Блин, чуть-чуть не хватило. Сволочи! Не, ну три машины меня одного, это нечестно. Знаете, у меня есть новый такой вариант их убийства. И слушайте, опыт-то как хорошо капает. Кстати, а что у нас здесь такое вообще, блин? Может, оружие какое-нибудь есть? А, кучка мусора. Явная прокачка опыта. Кстати, вот мне интересно стало, если я его с автомата грохну. А, столько же абсолютно, так что разницы нет. Блин, какая ракетница классная. Что здесь такое вообще? Прикольно. А, то есть здесь можно и пешочком побегать. Против машинок ракетницы. Но хотя с их попаданиями.
Лучше эти минги повзрывать. Так, а куда мне вообще тут надо приехать? Начнем с этого. Слушайте, это прикольно. Мне нравится эта машинка. Можно ее с собой взять в обычную локацию? Блин. Ай, зараза. Да ладно тебе, не гони. Ну-ну-ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну уже маленькая. Злина маленькая ты. Есть какая-нибудь станция? Да, вроде одна станция есть. Хрен там, я застрял тут по полной. Здесь ближайшая станция. Ну, не слишком далеко, давайте попробуем добежать хотя бы. Что-то мне не нравится идея там пешком бежать. Гранату бы дали. У меня 3 гранат не хватает. Ну, такие неплохие у них тачки, кстати говоря. О, блин, сразу тут неподалеку. Это ерунда. Это точка телепорта. Это все не то. Жалко, я не могу вот этим вот самонаводку сделать. Это было вообще бы самая темная ракетница. 2 ракеты выпустил. Пошел. Правда, ракетница с 6 ракетами была. Так, главное сейчас ни на какую тачку, блин, не нарваться. Свинс. Ой, серьезно? Здесь тоже 2 места? Интересно. Не выйдет никак. Ладно, побежали, блин. О, обожаю бегать. Аж до тошноты. Ну, мне тут немного пробежать. Надеюсь, там будет станция. Я чувствую, тут надо будет прыгать, а мне прыгать нечего, да? Я угадал или нет? А такая, блин, хорошая дорога ведь была. Так, креспилку вижу. О, надо. Да вы издеваетесь, вы серьезно? Это свинство.
По-моему, полной воды. Так, я понял. Сейчас, погодите, ребят, я вернусь. Здравствуйте, ребят, как у вас дела? Эй, чё так мало-то? Я думал, побольше народу будет. Если бедняжка без ног, без рук, без головы. Да. Мужик, надо уметь спускаться. Эх, жаль, залезть не могу. Блин, здесь обычные холопы-бандиты, что ли? Да вы издеваетесь. Вас мне только не хватает. Да, я понял, кто это. Привет! Ага. Размечталось. Ну да, я плохо поступил дальше. Зато выжил. Мне уже надоело тут дохнуть и деньги тратить. Только это процент какой-то от суммы идет, которая у вас в общем есть. У вас это идет все на ваше воскрешение, так сказать. А это бьет по карману довольно-таки сильно, когда у вас много бабла. Может, и от уровня зависит как-нибудь. А нет, не от уровня это. Мистер Шенк, это ты? Если это ты, я уже сказал тебе, что твоя деньги не хорошо. О, это ты. Ты не нужен твоя деньги здесь. Тайгер Грелл. Заходить игры, или я что-то не понял? Издевайтесь надо мной в полном смысле этого слова. И лесом. Excuse the mess, but a good kidnapping is a never. И начинается. Shank busted in and took Miss Athena for a little ride. Oops. You should have. Excuse the fight she put up. That kitty has claws. Я к магазину шел. Mr. Shank is after the chunk of change that Atlas has put on Athena's pretty little face. If you want her, you'll need to do some fancy driving. Luckily, I'm just the person to help with that. Are you ready to rescue the princess? А, размечталась. Head out to the prison. You're looking for an outcropping near the base. Ой, так у меня вообще с собой толком ничего нет. My ex built it back when. I'll be in touch when you get closer. Well, hello there. У тебя полезного есть, хеллоу, блин. Ты труп отсюда не хочешь убрать? Влазнительница кусок. Профилка какая-нибудь тут. Ладно, что тебе надо, короче? You need me again, sweet lips? Чуть-чуть не хватило, зараза. Так, remove it out. Окно снова. Ой, блин. Ну ладно, поехали, что же могу сказать. Hi there!
Mama said you'll be needing the racer for one of your, adventures. I've uploaded the Digistruct to the Catch a Ride system. You should be able to grab one whenever you want. Hey, I'll be careful, though. Compared to the monster, that thing might as well be a box of gravy with wheels. Да заколебали вы меня уже. Вообще-то вас, ребят, здесь быть не должно. Не, ничего тогда. Так, теперь мне надо по дороге тут обратно как-то сграть. Верю, крутой мужик. Я не понял, она что ли эта банда и руководила или как? А, теперь мне надо, получается, это все обратно возвращаться. Ух ты ж, блин, геморрой-то сколько. Есть какая-нибудь возможность? Вопрос, ей-богу, хороший. Как не про... А, вижу. Все, вижу, как пробраться. Вон есть дорога. Нет. Не за 100. С меня уже хватило. Сколько? 3 раза на эти бочки нарвался или 4, уж точно не помню. Ну, не на эти, а вообще. Я сейчас уровень наберу. Что, простите? Да ладно вам, а? Козлы. Слов нету. О, 35-й левел получил. Урля! Сильнее оружие 37 уровня я не видел. Я так полагаю, 40 уровней в игре.
Если по скиллам посудить, погоди-ка. Тридцать пятый. Даже, блин, не знаю. Но я что-то не обратил внимания, чтобы щит у меня увеличился. Ну да ладно. Так, опыта уже гораздо меньше с них идет, да? Ох. А мне надо до конца трассы догнать. Ну, так, стоп, никаких разрушенных тут нету, нету. Тогда погнали. Сколько я с них опыта получаю? Неплохо. Качаться смысл имеет. Так, щит должен сейчас быстрее на машине, по идее, тоже перезаряжаться. Можно теоретически покататься. Ох, бедолаги, ох, бедолаги. Ой, блин, больно выдумки хитра. А, я понимаю, кажется. Они пытаются поближе подъехать, чтобы мой ракетный удар также зацепил и меня. Ясненько. Я тут бойко уровень качается. Мне даже нравится это. Так, 35-й, значит, мне нужен 36-й, 37-й уровень, и все будет good. 40-й, надеюсь, последний будет. В эту игру можно спокойно было добить и с оружием попариться.
постараются поближе подобраться. Это уже без разговоров. Они ближе стараются подобраться, чтобы ракетами я зацепил себя и помимо них. Хитрая тактика за сразу. Here, I've got an opportunity for you. Come see me at my place in T-Bone Junction. Плевать мне на тебя, извини, мужик. У меня тут такая модная точила, что я рад на ней поездить хотя бы. Не на том гэк, на котором я до этого гонял. Это вот этой тачке чувствуется мощь. Если ее можно будет использовать... Now, why am I risking my neck for you? First off, I think you're cute. Second, Atlas occupation of Pandora has put a real pinch on my business. Ага, when вижу. You guys started riling things цель. Up on this rock, more people came through my joint in a night than booze went through my second husband's liver. Now, the land's control of the highway is shutting me down in a hurry. That's where you and your Chica come in. Знаю, мне нравится. Спекся. Кем бы он там ни был. Так, сейчас отсюда еще тачка выйдет. Шинка. Странно. Где машинка? Более-менее приемлемо. О, да ладно вам, гоните. Бедолага.
Еще кто-нибудь есть? Желающих. Так, теперь мне надо этот вход открывать, да? Вот, блин, не смешно. Я опять страдать буду и ныть. Ныть, выть. Знаю, что хотите, то и говорите. Что-то простовато было, вам не кажется? А ты в курсе, что турель как бы друг мой назад не стреляет? Видно, он не был этого. Так, давайте-ка я немножко хилочек хотя бы съем. Удивите меня. Ага, сейчас меня удивят. Ну хотя... Целых два сундучка-то удивить могут. Чего интересного? Эх, все равно через мост придется пробираться, да? Этого я-то и не хотел. Но на это был расчет. Вообще происходит, я понять не могу. Дог бы лучше. Погоди, это босс что ли был? А, так я босса валил. Я думаю, че он так тяжело идет-то? Аж какой-то, блин, звездец. Девайтесь. Серьезно? Так, стоп. Что это вашу визию за хрень была? Не понял юмора, но понравилось. Чуть такой хоть. Это что ли? Чуть такое? Огнемет. Зачем нужно, не знаю, не спрашиваю.
Ну, хрен с ним, возьму для коллекции чисто. Так, по большому принципу, ну, блин, даже не знаю. 590 щит. Нужен этот щит. Так, пойду-ка я сброшу все на масло, то, что мне не нужно. Так, 31-й. Дроп. 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 34-й. Да, вообще все белое не нужно. Так, глаз моды. Что я там выбросить? Ладно, это я оставлю чисто по приколу. Щит надо забрать, вроде больше получше, чем у меня. Да, 34 левел щита. И с ним, что он зелененький. Я вообще белый, что ли? Ха-ха, сейчас посмотрим. Сейчас буду чувство ржать. Чего? 659 щита. Ого. Серьезно? У меня был белый, ёп. Верный ты, матрешкин. Эх, лох — это судьба, да? Нет. Лохами не рождаются, лохами становится это точно. Уже этих швабр терпеть не могу, кто бы знал. Козлинки на мне щит снимает, да? А если подруга тебе вот так вот три гранатки давай-ка? Неприятно? Куда бежим? Бель. Хорошо летел. Что могу сказать? Эх, хорошо летел, но не долетел. Что ж, продолжим следующую серию, друзья. Всем удачи, всем пока.